дерьмовая такая часть, но хорошая часть. Такая надежная. Сергей Хорохордин, да. На ваших ранах у него... Кстати, у Гребенькова и в квалификации был 9-4, а ну вот у этого гимнаста 9-450. Ага, вот какая красота. Посмотрите, я понимаю, почему 450. Вот уже класс сразу заметен выше. Тот тяжеловат чуть-чуть был. Этот поизящнее, поэлегантнее, полегче, я бы сказала. Опа! Это невероятно трудно. Это невероятно трудно сделать. Не раскачивайся, держись. Вот у них надо статичное упражнение ровно секунду и не более удерживать. Ну и тройной сальто в соскок. Ты знаешь, есть надежда, что он может получить побольше, чем Гребеньков. Мы немножко бруси не успеваем как-то. Они ну вот пока, как я посматриваю за тем, что там происходит, пока там не происходит ничего того самого шикарного, того самого роскошного. Предыдущие участницы... Ну, там были еще не те участники. Да. Не брусистые. Просто одна из них просто-напросто сорвалась, и вторая...